Друзья, к нам сегодня приехала очень необычная машина. Не знаю, много ли таких в Украине, наверное, единицы. Значит, это Mercedes 4x4 в квадрате, оригинальный, на портальных мостах. Он поклеен в пленку с классным дизайном. Приехал к нам на Stage 1, чтобы немножко прокачать его, скорее всего, чтобы бороздить побольше непроходимых мест. Значит, машина имеет 421 лошадиную силу в стоке, это 4-литровый мотор, 2 турбины. Мы сделали Stage 1, сделали замер на стенде сначала, проверили, что она показывает в стоке. Значит, параметры стока у нас получилось 418 лошадиных сил и 609 ньютонов, то есть практически не отличается от заявленных автопроизводителем. На нашем Stage 1 получилось снять 522 лошадиные силы и 820 ньютонов. Это красная линия, которая толстая, это после прошивки. Толстая красная линия – это мощность, толстая синяя – это крутящий момент. Видим разницу. Сейчас будем заканчивать наши работы, отдавать клиенту и будем ждать фидбэка. I was smoking on some Cali, and my eyes was dazed.